Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о наклейках и расчетливых немцах. С начала апреля у нашего государства появилась новая возможность на нас заработать. Да, речь идет об очередных штрафах. Если раньше гаишники могли штрафовать за нарушения, которые влияют на безопасность, то теперь они просто могут до вас докопаться. Дело в том, что теперь автомобиль должен в обязательном порядке быть снабжен наклейкой. Не каждый, конечно, но многие. Итак, вам грозит штраф в 500 рублей, если у вас нет знака «шипы», а шины у вас шипованные. Начинающие водители обязаны наклеить желтый квадрат с восклицательным знаком или платите в кассу. Также, по мере необходимости, нужно комплектовать свой автомобиль стикерами «Тихоходное средство», «Автопоезд», «Ограничение скорости», «Крупногабаритный груз» и еще несколько из разряда «Опасный груз» и прочее. Статья предусматривает штраф, а вот эвакуация по ней не предусмотрена. Так что если инспектор намекнет вам на штрафстоянку, расскажите ему про статью 27.13 Кодекса об административных правонарушениях. А вот интересно, летом будут штрафовать за наличие наклейки «шипы»? Мы знаем, что в Германии идеальные дороги, будь то широченный автобан или сельская дорожка. Некоторые автобаны не имеют ограничения скорости, поэтому туда ой как любят приезжать водители из соседних стран с целью порезвиться и выпустить пар. В той же Австрии больше 130 не разгонишься. Точнее, разгонишься, но будешь долго думать над суммой штрафа. Вот и задумалось немецкое правительство над тем, чтобы автобаны приносили деньги. А то, как получается, государство платит дорожникам бешеные деньги, а пользуются плодами их работы не только немцы. Поэтому и придумали они сделать дороги платными для иностранцев. А что, любишь гонять? Плати и гоняй. Предполагается, что плату будут брать в зависимости от срока пребывания и экологического класса машины, а максимальная сумма составит 110 евро в год. Немцы уже посчитали, что это принесет им 540 миллионов евро. Так что откладывать в долгий ящик ввод платы просто глупо. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».